Еще раз вам всем большое спасибо, кто пришел, приходит. Сегодня у нас такой тандем. Группа «Берега», город Иваново, Новиков «Трио Плюс», город Фурманов. Кто знает этот город, замечательный, с великой историей. Она все еще пишется. Немножко хотел сказать, знаете, про коллектив группы «Берега». Вообще это музыканты, с которым нам, как музыкантам, всегда приятно иметь дело. Вообще вот гитарист, который справа, вот его Саша зовут Кузнецов. Я когда-то давно, знаете, мы все музыканты ищем, с кем бы поиграть, свое творчество уплатить. Я так несколько раз так закидывал удочку-то вот в пруд. Не знал, что там берега-то уже есть. Как бы. Вот. Я говорю, Сань, да, что-нибудь так это? У меня там три аккорда я вот выучил, да, сыграем. Думаю, там репетируем там. Я говорю, что ты репетируешь-то там? Да у нас там так это там это. И вот сегодня я увидел, в принципе, да, как бы не судьба. Но причем такая хорошая не судьба. Вот. Очень здорово, очень приятный голос у Михаила, очень душу греет, душу щиплет, суставы выкручивает. Хорошо, я не знаю, просто как бы после этого продолжать, поэтому и немножко на болтовне так подсел. Значит, мы продолжаем нашу более зажигательную, хотя, кто знает, программу. Неизвестность звук, а не звук.
бесполезно бежать в этой жизни от потерь. Они все равно будут. Нужно оставаться в седле. И вот на этой жизнеутверждающей ноте мы перейдем к песне, которая имеет кодовое название. Остановись. Серега, извиняюсь, за что у меня такое ощущение, что я в автобусе стою, и мы едем с лесополосы, и рядом со мной бравый парень с топором. Работаем.
Спасибо. Сейчас из этой... Я тебя не вижу, но спасибо. Следующая песня называется «Полетим со мной». Я стою.
прошлое забыл, я порежим со мной. Я стою у двери, вдруг когда меня кто-нибудь подарит. Порежим со мной. Порежим со мной. У меня есть крылья, я простил тебя. Прошлое забыл, я порежим со мной. Я стою у двери. Следующая песня называется «Взлетаем». Пускай год. Уже почти. Курс на звезд, нас парит, и вот
небольшая техническая заминка. Что ходить? Не фонограмма. Веселая. Веселые песни у руки вверх, у группы. А здесь группа «Берега». От нас надо плакать, Серега говорит. Вы знаете, на самом деле, вот все думают, вот что вы русские? Не знаю, кто вопрос задает, да? Может быть, сами себе. Чего у нас все время песни такие грустные? А потому что мы можем вот грустить часами вот там. И нормально себя при этом чувствуем. Да? Вот. Потому что если нам очень хорошо и весело, то потом мы грустим часами и тянем до пролета. Сейчас мы исправим. Я хотел бы сейчас представить вам тот замечательный коллектив, с которым я имею честь и большую радость и наслаждение выступать. И благодаря которому мы сегодня звучим вот таким вот образом. Значит, да, вот, это предводитель, отец русского автомобилестроения в городе Фурманов. То есть это человек, который поддерживает всем, чем может. Молодых начинания. Вот. Это я просто обязан вам сказать. Но, а сейчас непосредственно к нашему коллективу подойдем. Да, кстати, это мотоцикл. А это немало. Зачем слил информацию, как нам домой тебе ехать? На мотоцикле как? Значит, по правую руку от меня это Сергей Яшин. Кто знает Сергея? Кто лично пришел по его приглашению? Это единственная похвала, которую Серега сегодня услышит. Значит, за ним человек, который отвечает за вот эти микропульсации, благодаря которому мы не слетаем с темпа, это Андрей Новиков. Та коробка, на которой он сидит, это не пивной ящик, не подумайте, из Занзибара. Это называется кахон. Значит, вот этот человек, который в троллейбусе за мной постоянно стоит сзади и проезд не передает, это Сергей Рыжаков. Человек, которого я много не знаю. Что тебе рассказывать об истории, Серега? Не надо. Вот эти глаза из-за пальца. Смешно, Сталин, смешно. Вот. Ладно, не буду. В следующий раз. Вот. Ну, а это, само собой, Александр Новиков, предводитель коллектива Новиков Трио. Вернее, Новиков Трио Плюс. Да, плюс. Я плюс. Не факт. У нас плюс блуждающий. Кто посещает больше репетиций, тот и выходит из плюса. Вот. Маленького. Вы тоже его видите, маленького? Мы все представим. В общем, сейчас песня, как ни кстати, она завершает наш блок, поэтому мы немного резину тянем. Раньше не смог. Наша финальная песня в нашем блоке, а потом будет группа «Берега», так что это даже не думайте. Эта песня называется «Февраль». Машка, тише. «Февраль» все равно. Я готов.
твоим чертилочек и не сгинет. Тени в отрезке речи не отразимы. Луж наш не тронут на столе. Уже капли с крыши.
послезавтра март. Спасибо. Спасибо, дорогие наши. А нашему коллективу мы выражаем всем большое спасибо, что вы нашли время в субботу. Ведь столько всего вот, вокруг, а вы сфокусировались и пришли сюда. Спасибо большое. И мы продолжаем вот на этой ноте, приглашаем наших замечательных, я думаю, уже друзей, да? Да, Саня? После моих шуток друзья же мы, Саня, да? Вот, ну ты же знаешь меня, если еще не видите. Вот. Все, спасибо большое.